когда вы откроете ссылку для получения сертификата, вам будет предложено авторизоваться в настройках доступа к вашему сертификату или создать свободную регистрацию самостоятельно. После ввода вашего логина или пароля, то есть после авторизации, вы увидите следующее поле по оплате. Промокод поменяется для тех, кто раньше принимал участие, выдается организаторами. После нажатия на кнопочку «Оплатить» выбираете свой банк, например, Visa, MasterCard, вводите номер карты и так далее. Тут же приходит письмо из электронного банка робокассы, а также из вашего банка о том, что эта сумма списана. Вернуться в магазин, и вы читаете сообщение о том, что у вас есть доступ к получению сертификата в ссылке «Мои курсы», в том числе сертификат. Если вы откроете эту ссылку «Сертификат», вы сможете его скачать после того, как закончится мероприятие. Вот так выглядит ваш персональный сертификат.